Сегодня многие игры используют принципы процедурной генерации миров. Это позволяет отказаться от создания их вручную, нужно лишь задать исходные данные, все остальное компьютер вычислит и сгенерирует сам. Теперь же компания NVIDIA разрабатывает новую технологию под названием Infinity Resolution. Она должна кардинально изменить существующее и будущее игры. Но обо всем по порядку. Векторная и растровая графика. Для начала немного углубимся в историю цифровых изображений. На сегодня существует три вида двухмерной графики – растровая, векторная и фрактальная. Последняя нас не интересует, поговорим о первых двух. Отличный пример растровой графики – обычные фото, текстуры в играх и многое другое. Она основана на двухмерном массиве пикселей, и потому при увеличении появляются печально известные квадраты разных цветов. Иначе говоря, изображение пикселизуется. Уменьшить такое изображение можно, но это чревато потерей части данных. Также ростовой графике нужно больше памяти для хранения. Чем выше разрешение, тем больше объем. Векторная графика работает иначе. Это набор геометрических примитивов, точки, окружности, треугольники и прочее, данные о которых хранятся в виде математической формулы. Это позволяет легко масштабировать картинку без потери качества. Все сводится к замене коэффициентов, тогда как формулы не меняются. Что придумала NVIDIA компания? Планирует использовать векторную графику для создания текстур в играх. Это решит вопрос масштабирования. Если взять популярную игру Diablo 2 и внимательно изучить ее, то станет видно, что спрайты и текстуры в ней создавались под разрешение 800 на 600 пикселей. На современных мониторах это выглядит не очень. А технология Infinity Resolution позволит подгонять любую графику под любое разрешение. В этом случае не нужно будет создавать разные варианты текстур под разные мониторы, а просто описать математическую модель. Таким образом, изображение будет генерироваться автоматически, подстраиваясь под разрешение. Неужели все так хорошо? Не совсем. Главной проблемой такой системы станут повышенные аппаратные требования. Ведь графическому процессору придется увеличивать объем вычислений. Пока что сложно сказать, насколько вырастут требования к видеокартам, однако сам факт роста сомнения не вызывает.